можете сделать 3 шага в любую сторону, чтобы запутать своего соперника. И начинаем сканировать. Оля, немножко ошиблась, еще посканируй. Правильно. Покажи мне и зрителям, куда. Валя, Валечка, а твоя как бы задача вот просто расслабиться и ничего не думать. Вся ответственность на оператора ложится, понимаешь? Все, поэтому Валя стоит, ничего не решает. Вот. Оператор показывает, куда. Понятно. Готово? Понятно. Все четко. То есть, когда она начала, все, добавляй уже. Ты можешь падать уже назад. Хорошо. Так. Закрываем глазки. Готовы? Делаем 3 шага, не более 3 шагов. И останавливаемся. И начинаем сканировать. Лёша, слушай. Вот. И теперь он тебя снова слушает. Вот теперь ты его должен повернуть. Дать ему понять, в какую сторону ему надо. Вправо или влево. Вот. Да? И теперь он снова тебе показывает. В принципе. Теперь он руку опускает, а ты его. Леша, слушай внимательно. Просто ждем. Просто ждем. Станет как бы не качаем. Ну, подняться выше. Просто ждем. Оператор. Вот. Вот. Ну, открывай уже, да. Секунданты на месте. Дуэлянты закрывают глаза. Готовы. Начали. И мы можем громко разговаривать, чтобы они не знали, куда они идут. И не слышали шагов. И начинаем сканировать. Надо было принести, чтобы... Давай правильно все делаешь. Слушай, слушай, он показывает тебе. Слушай. Если неправильно, то назад тянем. А дальше корректируем, куда надо, правее или левее. Молча. Леша, если правильно считаешь, тогда ты его куда? Вперед, чтобы дать ему понять, что правильно. Если нет, то назад. Назад.
Еще раз пробуйте. Отпустил ручку, Вигор, и слушаешь сигнал. Если правильно, толкаешь вперед. Подожди, сейчас ты зафиксировал? Зафиксировал. Теперь он отпускает руку. Не шевелись. Руку отпусти, а ты что должен сейчас ему сделать? Это правильно было или нет? Нет, значит назад. Так. И снова слушай, потому что теперь он тебя будет корректировать правее или левее. Слушай. Корректировать. Вот, снова смотри. Так. Егор, теперь отпускаешь руку и слушай. Если он тебя назад, это значит неправильно. Если вперед, значит правильно. Итак, глаза закрыты. Три шага. Идем, 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 идем. Еще идем, еще идем. И, наконец, останавливаемся. Все, начинаем работать. Тренеры пока отдыхают. Да. Итак, Оля, теперь твоя работа. Настя еще сканирует. Валя, опускай руку. Жди оценку. Так, Настя опускает руку, Катя включается, дает оценку. Оля, молодец, хорошо сработала, оценку правильно дала. Валя теперь должна определить, куда сканировать. Хорошо. Настя с Катей хорошо. Оля с Валей тоже хорошо. Тебе надо, Катя, тебе надо поворачивать сюда. Вот она у тебя подняла руку, она готова. Валя, опускай руку. Не трогай ее. Настя правильно поняла Катю. Так, ждем оценку. В каком направлении? Прохладно. Хорошо. Настя с Катей, хорошо. Ищем верное направление. Катя отдыхает. Ну, Валя, с Олей у вас все хорошо уже, но... качнуть вперед не смогла, да? Не смогла. Я пропустил самое интересное. А чего ты, Настя, открыла глаза? Ну, в общем, нормально. Для первого раза.
делать.